Сегодня у нас вышла новенькая iOS 14.8. Это последнее будет обновление в линейке iOS 14. Завтра у нас уже презентация Apple Event. И нам представят наконец-то же iOS 15. Поэтому, чтобы узнать все поподробнее, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Здесь ситуация поправлена с чем? Проблемы с автономностью, которые у вас были, проблемы со связью, которые у вас были, с сотовыми данными, с Wi-Fi, с Bluetooth подключением и со всеми теми другими причинами, с которыми вы сталкивались. iOS 14.7 или 14.7.1. Здесь все фиксится, но более подробно и конкретно я вам уже смогу рассказать завтра. То есть хотя бы, чтобы прошло какой-то период времени, часов 12, чтобы я мог что-то вам сказать, понагружать свой телефон, в данном случае у меня iPhone 12, и уже что-то ясно, более подробно сказать. То есть я вам напишу в сообществе, следите за этим, чтобы не пропустить. Я не буду записывать отдельный видеоролик, так как это не имеет смысла зайти сказать что-то на минуту. Я вам лучше напишу в сообществе, и вы там все прочитаете и зададите, какие вам вопросы будут интересны. Вот, поэтому советую всем абсолютно обновиться, кто сидит на iOS 14.7 именно. Те, кто на 14.2 и по 14.5, не советую обновляться. Это очень довольно-таки стабильная и автономная версия в линейке iOS 14. А те, кто уже на 14.7, 14.7.1, обязательно к обновлению на iOS 14.8. Вот и все, друзья. Также не забывайте подписываться на мой канал Just Run по подсказке в описании, по ссылке в описании. Я разыграю там мотоцикл, как только набьем 10 тысяч подписчиков, сразу же разыграю данный мотоцикл в прямом эфире. Дальше больше, скоро увидимся.